Hyatt is not Hyatt — это не просто гостиничная компания. Мы лидеры в дизайне, лидеры в технологиях. iPad создал потрясающие возможности для Hyatt и его гостей. Наша миссия — предоставить заботливое обслуживание в наших отелях, обращая внимание на индивидуальность каждого человека, которого мы встречаем ежедневно. Все для клиента, все для того, чтобы оставить лучшие впечатления на долгах в памяти гостей. iPad стал новым путем развития нашего бизнеса. У нас более 400 отелей в 45 странах, более 80 тысяч партнеров. iPad'ом пользуются руководящие посты, служащие корпоративного отдела, ребята, работающие непосредственно на местах. Мы настояли на том, чтобы отделы продаж и маркетинга приобрели себе iPad, потому что им приходится постоянно показывать спальни, банкетные залы, свадьбы и прочее. iPad дает возможность нам одновременно находиться и за столом, и напротив клиента. Один из лучших примеров — это размещение гостей. Представьте, что у вас 1000 человек, желающих расплатиться за номер в гостинице. С помощью iPad вы можете сделать это просто и быстро, а клиенту больше не нужно стоять в очереди за стойкой администратора. iPad дает вам все средства для того, чтобы действительно придумать что-то новое, сдуть паутину с традиционного метода управления гостиницей. Знакомство с iPad было крайне простым. А то, как он устроен, сделало его любимцем пользователей. Быстрый доступ к IBM Lotus Notes, приятная атмосфера для корпоративного общения при помощи технологии Active Sync позволяет вам быстро и легко синхронизировать почту, контакты и календарь. iPad — это очень просто. Имея только одно устройство, вы можете использовать его для всех ваших задач. App Store — это прекрасный ресурс, где вы можете найти любые приложения для любых нужд. И если кто-то находит новое приложение, то сразу же сообщает об этом коллегам, ведь это действительно упрощает нашу работу. iPad позволяет мне почувствовать скорость мысли. Все, о чем бы я ни думал, я могу тут же увидеть на экране. Такого раньше не было. Инновации всегда впечатляют, неважно в гостиничном бизнесе или в технологиях. Взаимодействие между клиентами и нами перешло на более высокий уровень. iPad навсегда изменил наш мир.